Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Лур Лемур, и добро пожаловать на рубрику «Интересные проекты Space Engineers». Буквально некоторое время назад, совсем недавно, у нас в мастерской был такой удивительный проект, который я хотел как бы снять, но как бы руки не доходили, слишком много как бы. И вот сейчас настал тот момент, когда уже самое время сделать на него обзорчик. Итак, у нас как раз-таки... С вами будет сегодня перевозчик, такой большущий перевозчик под названием CSG-5 Domum Carrier. Вот такой вот перевозчик, то есть крутой, такой большой, такой идеальный, ну в каком-то смысле идеальный, потому что сделать такое, ребят, сложно. Нет, серьезно, сложно. Это ванильная постройка полностью. Она гигантская, она большая, очень большая. И она классная, своеобразная. Я бы даже сказал, сразу виден американский стиль данного корабля. Ну, его, скажем, блочность, да, его угловатость и его, в принципе, стилистика некоего авианосца. То есть в нем сразу это все просматривается. Вы только обратите внимание на элементы. То есть здесь очень много интересных элементов. И также можно, я бы назвал еще этот корабль, знаете как, ангароноситель, потому что количество ангаров в данном корабле, ребята, зашкаливает. Данный корабль построил, сейчас я подгляжу свою шпаргалочку, потому что иногда название, то есть ники некоторых инженеров просто сложно прочитать. Значит, построил его ЖП-2793. Я буду его кратко называть просто ЖП. Товарищ ЖП, вы просто построили реально очень-очень классный корабль. Даже с буковки здесь... большими тут выведены малой сеткой, круто, и подсвечены, все здорово. Ладно, это мелочи, но реально, что вот в данном корабле притягивает, да, внимание, это реально количество ангаров. Кстати, здесь, то есть здесь так много ангаров, что в некоторые из них я даже еще не успел зайти, я бегал по этому кораблю полчаса, ребята, полчаса вот сейчас бегал, и я не успел все здесь осмотреть, настолько этот корабль большой. Мне интересно, вот, допустим, смогу ли я залететь сюда, сработает ли сенсор. Сенсор, по-моему, работает только на малые корабли, поэтому сюда я не залечу. Не смогу быть залетной как бы стрекозой, но в данном корабле, ну, все, практически все части функциональные. Тут есть такое количество рубок. Рубок тоже, кстати, много. Но вот посмотрите, здесь даже есть ангар, у которого нету верхних врат, которые защищали бы, допустим, да, ну, ваш ангар. То есть тут, в принципе, и защищать-то особо нечего, да. Ну, так как внутренняя часть является неким таким бассейном, неким открытым бассейном, то есть он, в принципе, он неплохо защищен. Кстати, он защищен с помощью ванильных таких конструкций, но это такая пушка, если вы помните, скрипт был Март, управление пушками за счет некоего скрипта, то есть можете стационарные пушки ставить, например, ракетницы, и с помощью мыши ими управлять, или с помощью ИИ. И, конечно же, здесь огромное количество турелек и всего-всего-всего. Ну что ж, давайте попробуем зайти в этот корабль, начать его осматривать изнутри. Хоть и, возможно, я не полностью облетел со всех сторон этот корабль. Кстати, он асимметричный. Например, с другой стороны находятся какие-то ангары боковые, а здесь их нет. Ну, но здесь есть такой приличный вход. Давайте мы с приличного входа, как джентльмены, зайдем в данный корабль. Итак, у нас тут UNDF Carrier Strike Group. То есть данный корабль на самом деле должны, ребята, сопровождать несколько кораблей. Фрегаты, уничтожители, крейсеры, корабли поддержки и так далее. То есть на самом деле корабли снабжений и многое другое. То есть данный корабль не должен летать в одиночку, хоть он и в какой-то степени защищен. Итак, здесь у нас ангар находится
то есть вход в ангар. Здесь у нас находится доступ к быстрой транспортной системе, к ангару, к мостику, к дозорной, ну, как к обзорной башне и к передним ангарам. То есть здесь везде ангары, вот от ангаров репит в глазах. Но мы сейчас по порядку все рассмотрим. Здесь у нас находится пространство или место, скажем, комната для двигателей. Engine — это двигатели наши, моторчики. И здесь вот так вот все интересненько сделано. Я раньше думал, что здесь вот эти штуки просто испорчены, да, но они — это задумка автора, то есть они испорчены самим автором, чтобы создавать вот такой вот эффект искрящихся, не знаю, частиц. Зачем он это сделал, я не знаю. Здесь джамп-драйвы, реакторы. Короче, все построено по стилистике определенного типа. Здесь у нас кнопочка, которая отвечает всего лишь за освещение какое-то. Ну и в принципе говоря, все. Вот и наш двигательный, так сказать, дисплейчики и все такое. И единственный выход здесь отсюда. Находится здесь, откуда я и вошел. Далее, пойдемте путешествовать далее. Далее мы сейчас быстренько посмотрим на ангар. Путешествовать здесь можно вот через эти коридорчики. Ничего особого такого нет. Здесь есть два типа ангара. Вот это закрытый ангар. Он огроменный, ребята. Этот ангар просто огроменный. Он крытый. И благодаря тому, что он крытый, здесь находятся, вот посмотрите, какие большие самолеты. Реально круто. Мне нравится, например. Мне нравится, что это за истребитель такой мощнейший. Реально вот крутой. Мне очень нравится. Я его сегодня не потестю, иначе мы не успеем осмотреть весь корабль. То есть здесь вот этот ангар, он сделан очень профессионально. Как видите, он очень детализированный. Здесь есть другие истребители, более, то есть, например, я считаю, что это скорее более такой ракетоносный, тяжелый ударный истребитель, если так можно сказать. Хоть тут и больше, но у этого вооружение покруче. Дальше, что здесь есть у нас? У нас этими блоками ворот у нас отделено от того, что находится снизу. Ну, не знаю, насколько это круто, но это придает свой антураж. Есть здесь еще кое-где ангары, то есть чуть выше у нас здесь находятся вот такие вот ангарчики. Я всегда мечтал сделать так, что-то вот подобного, типа вот так много детализации, когда все кажется таким необычным, сложным и крутым. Но, как говорится, для того, чтобы сделать такие вещи, надо быть не ютубером. Реально, надо не быть ютубером, надо все свое свободное время сидеть и проектировать. То есть не записывать видосы и все, просто сидеть и строить. Потому что запись видосов требует, жрет огромное количество времени и не остается даже на то, чтобы создавать нечто свое уникальное. То есть именно как инженер, именно как постройках. Вот, это второй открытый ангар, про который я говорил, в котором мы куролесили уже. Так что такие вот дела. Идемте дальше. Дальше у нас что здесь находится? Я хочу показать, как открываются эти врата. Так, мне нужно попасть вот сюда. Я надеюсь, каким-то образом я сюда попаду. Только вот как. Да, я надеюсь, я вообще туда попаду, потому что я сколько не бегал, тут все больше и больше мест, реально. Здесь есть даже система быстрой транспортировки. Сейчас вы увидите, что это такое. Так, ну-ка. Сколько здесь шлюзовых ворот? Воротин. А, нет. Мы так и не пришли туда. Может быть, отсюда можно прийти туда, куда я думаю. Нет, отсюда все-таки в систему быстрой транспортировки мы можем попасть. Ну, это если мы придем сюда. Да, мы, в принципе, пришли туда, откуда мы заходили в корабль. Прошу прощения, просто реально можно запутаться здесь, как нифиг делать. Для того, чтобы сократить свой путь... Нет, я не буду вышибать блоки все-таки. Не хочу портить корабль. И хочу, чтобы все было постепенно. Ладно, давайте пойдем к системе быстрой транспортировки.
Или же у меня есть план, такой хороший, интересный план. Как-то я, если не ошибаюсь, умудрился попасть в другой ангар, и там был вход наверх. Таким образом можно, наверное... Да блин, мне экран не нужен. Так. Мне нужно попасть в соседний... А, я, по-моему, отправился туда, отсюда. Отсель, да. Отсюда. Это было отсюда, да. И здесь где-то... не входить. Так, вы меня залюбопытствовали. No entry. Так. И почему туда нельзя входить? Почему? Странно. Это еще не все, ребята. Здесь есть такие полуангары, где у нас находится транспорт. То есть данный корабль переносит не просто летающие аппараты, но еще и, видите, типа танка, такого вот своеобразного любопытного танка. Это круто, круто, крутотенчик. Infantry Fighting Vehicle Monster. То есть, ну, это монстры. Ну, вот данная штука называется монстром. Так, здесь я вижу красную дверь. Small ангар, то есть это маленький ангар. Так понимаю, куда он ведет? В маленький ангар. Надеюсь. Так, вот стрелочка туда. Это маленький ангар здесь. Есть передний ангар, наверное, где-то здесь. Да, вот это маленький ангар с маленьким истребителем, совсем маленьким. Думаю, его даже, возможно, где-то использую. Если будете внимательны, может быть, увидите где-нибудь там в сериальчике. Так, здесь открываются... Может быть, это и есть те самые места, которые я хотел открыть, хотя я в этом не совсем уверен. А если мы сядем за штурвал и отсоединимся... Так, что у нас тут происходит? TX. А, трастер. А, трастер включается так. Окей, а почему я не могу управлять? А. О, вот. Теперь могу. Так, выпустите меня отсюда. Да, что-то как-то напряг вышел с тем, чтобы вылететь отсюда. И как мне открыть эти... А, вот, блин. Надо же было увидеть это. Lights. Так. Что, здесь только освещение, что ли? Да, блин, освещение. Окей, а как открыть эти врата? Может, они открываются через истребитель? Тут было слишком много кнопочек. Так, что у нас тут? Так, радиоуправление, Typhoon. 6. Окей, давайте нажмем на шестерку. Что у нас тут? Нет, у нас всего лишь тут то же самое радиоуправление. То есть данный истребитель им можно управлять дистанционно. Это, конечно, круто, но нам надо отсюда выйти. Так. Думай, Лур. Как же тут все устроено там? Какая-то дверь еще. Куда-то ведет. А, да, мне немножко... А, вот эта система быстрого транспорта, кстати говоря. Друзья, я сейчас покажу, что это такое. Эта шняга немного нерабочая. Отсюда можно, типа... Вот эта вот шахта, она... Типа для данного маленького троллейбуса. Троллейбуса, который не работает. Ну, он, к сожалению... Наши ванильные агрегаты не позволяют сделать адекватный такой трамвайчик, разве что только на ионных трастерах. Но автор не хотел заморачиваться со скриптами, поэтому он поставил сюда шины такие, и чтобы эта штука скользила. Но она не едет, ребят, она не едет. Сейчас вы убедитесь, как она не едет. Так, ну давай. Так, почему я не могу... О, вот. Типа мы сели, типа вот мы... Открепляемся и жмем вперед. Включаем блок искусственной массы, и у нас почему-то вот так вот ходит нос вниз. Если выключить искусственную массу, то мы как бы, типа, да, можем, наверное,
плыть вперед. Но, как вы видите, очень сильно стукаемся о том, что вокруг, туда-сюда. Как-то, блин, ну надо быть очень аккуратным, что ли, чтобы этим управлять. Не особо мне вот это понравилось, конечно. Стопе, стопе, стопе. Вылезаем отсюда. От греха подальше, так сказать. И идем в комнату маленьких ангаров. Текс. В ту самую злошастную. О! Куда я попал? О! Я попал в другое место. Так, здесь у нас офицерские комнаты. Также здесь можно попасть... А, кстати, вот я сюда хотел попасть, если вы помните. Да, только меня тут немножко раздражает то, что я думал, что здесь будут кнопки открытия ангаров, но, как вы сами видите, здесь нифига нету кнопок открытия ангаров. Почему-то автор данного домума не ставит кнопок для открытия ангаров. Почему он это делает, я не знаю. Если вы знаете, то пишите обязательно в комментариях. Вот, здесь мы видим тот самый открытый ангар сверху. Картинки чужой планеты. Малый ангар. Наверное, тот самый, в котором я бился головой и пытался открыть ворота, но типа ничего не вышло. А если на нем сесть обратно? Типа, какой маневренный. Ну, мне понравился данный. Так, типа. Закрылись. И чё? Нет. Не выходит. Так. Нет, здесь ничего интересного. Как бы я не ломал свой лоб открыть эти ворота, автор почему-то не поставил никаких кнопок по поводу того, как открывать эти самые ворота. Кстати, как он делал эти штуки? Что это? А, это дисплейчики, блин. Да, надо было догадаться. Так, дальше что у нас тут? Здесь очень неплохая система герметизации. То есть здесь у нас можно играть с кислородом, и у вас все будет норм. Кстати, да, здесь вот команда спит, дрыхнет в свободное время. А здесь у нас много чего такого, типа кроваток таких. Все организовано на ванильных блоках, как я говорил. Короче, здесь скукота. Идемте дальше. Дальше. Что у нас тут дальше? Дальше здесь мы уже были. Наверху мы уже были. А дальше мы можем отправиться в другой отсек, в другой отдел. А, например, вот сюда. Сейчас. Система быстрого транспорта. Самая быстрая система транспорта — это когда ты на джетпаке и лозишь по кораблю. Так. Поворачиваемся, открываем. Вот куда я пришел. Это, в принципе, что-то вроде домостика. Что это тут? А, это турельки. Можно включить и выключить. Это одна из мостиков, если так можно сказать, диспетчерская. О, да, диспетчерская. Это путь в мостик. То есть реально до мостика можно добраться отсюда. Мы так себе идем. У нас красивые арты, фоточки с планет, разных пейзажей. Нажимаем сюда, и в принципе мы уже попадаем в серьезную такую часть. Вот здесь даже сможете увидеть некоторые элементы, фракцию, которую создал автор данной постройки, а также каких-то лейтенанта. Вот здесь, по-моему, звания разные есть, я не совсем знаю, но вот ЛТ — это точно лейтенант. Если вы знаете, что это значит, пишите в комментариях. По званию мне не спец. Так, что это такое? Так, здесь еще какая-то дверца куда-то, не написано куда. Ну, наверное, с нижних частей палубы. А здесь у нас, ребята, у нас тут находится такой крутой мостик с разными фоточками. Кстати, вот весь флот. Если вы можете посмотреть, кстати, в мастерской, вы можете увидеть весь флот. Здесь у нас много дисплейчиков, на которых много крутых картиночек. Короче, все это усложняется тем, что
Здесь все из малой сетки, к тому же. Если сесть за руль, то можно спокойненько так управлять кораблем. Добротно, недурно так сделан. Что это такое снизу? Какие-то средства связи, да. Антенны и все такое. Так что вот такой вот у нас крутой капитанский мостик. Здесь еще можно и подняться наверх. Да, можно еще и наверх подняться. Здесь спуститься, судя по всему, а здесь подняться. А подняться наверх можно уже для смотровой башни. Здесь уже находится стратегический центр, если так можно сказать. Много-много... Здесь вот проекторная есть. Якобы показывают состояние корабля. Это скорее муляж. Здесь вот тоже муляж, много муляжа. И да, здесь уже можно посмотреть на весь корабль. Так неплохо сделано. Все аккуратненько, добротненько. Короче, домом впечатляет. А здесь, по-моему, ошибка Windows. А, нет, это не Windows. Так, ладно, идемте дальше. Спустимся вниз и посмотрим, куда нас эта байда заведет. Здесь у нас уже находится, типа, такой медотсек, легенький, маленький. Emergency Oil Walk, то есть аварийный. А, я понял. Это место между двумя этими мостиками, то есть, где вы можете выйти, погулять, подышать отсутствием кислорода, подышать космической средой. С ней вообще как-то... Ею как-то можно подышать, конечно. Дальше, идите. Если вы дальше пойдете, пойдете, здесь тоже кроватки, на которых спит экипаж. Все миленько, красивенько. Что у нас тут? Везде освещение, я не могу понять всех этих лампочка дрочеров, простите, пожалуйста, за мой французский, просто потому что так много не особо функциональных блоков. Вот, опа, еще один ангар. Нету кнопок открытия ангара, как он будет открываться, я не знаю. Вот за это большой минус автору. Так, меня уже называют этот корабль чисто мулярный. Здесь уже, ребята, находится у нас кухня. Да, на таком большом корабле надо было делать кухню, обязательно, я считаю. И кроме кухни, здесь у нас криокапсула. То есть ты спишь такой в криокапсуле, а потом такой вылез 200 лет спустя, и такой голодный, я кушать хочу. И бежишь к этому, к этой кухне и жрешь там метвурст, шницель и мороженое, айскрим, да. Наворачиваешь все это. И счастливый такой вообще. Так, здесь, я думаю, все ясно. А, здесь еще есть выход куда-то вниз. Что ж, пойдемте вниз. Бездонный какой-то корабль, бесконечный, я бы сказал. О, здесь можно поиграть в Nintendo Wii, наверное. Или PS, или Xbox, Хэбов, как некоторые называют. Так, дальше здесь что еще? А, здесь уже вот те самые другие ангары. Один из многочисленных, где тоже нет кнопочек, кстати говоря. Что меня очень сильно обижает. Может, здесь будут кнопочки? Spotlights. Что здесь? О, здесь у нас все-таки он удосужился поставить куда-то какие-то кнопочки. Вот, например, здесь у нас есть кнопочки, которые открывают эти ангары. Но какого черта нет кнопок, открывающих эти ангары? О, я не знаю, короче, не знаю. Ладно, хотя бы эти открываются. Так, ладно, дальше. И спросите, почему я сам не открываю эти ворота ангарные? Потому что мне лень. Потому что если я это буду сейчас делать, будет еще больше времени. Я должен делать для вас сериал. Так, дальше, опаньки. Вот это еще один ангар с еще одним интересным кораблем, таким транспортным всему, да, который находится на роторах, что ли он. Тут удивительная шняга, надо посмотреть. Это штуки, они крутятся или что, или не крутятся? Вообще, блин, первый раз вижу такое. Но если это то, что я думаю, тогда уже не в первый раз, конечно, я такое вижу.
неплохой такой транспортник. Но давайте попробуем в него сесть и посмотреть, что он из себя представляет. Такой вот. Чёси. Так. Включаем вот это все. А это что у нас? Thrusters. Оу. Ну, давайте открепимся. Нажмем на шестерочку. Ух ты ж. Так, я насколько могу понять, это включает атмосферники, а это включает... не атмосферники. Ну так, ты будешь открывать двери? Вот он не собирается открывать двери. К сожалению. Если здесь панель... Да, есть. Так. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Наконец-то он удосужился поставить кнопку. Еще одну. Так вот. Вот откуда выходит этот транспорт. Вообще, куда он, по идее, должен залетать. Так. Я хочу его законтачить. И не знаю, как это сделать. Я хочу, чтобы он сел на коннектор, чтобы я пошел дальше. Не хочу просто ломать этот корабль. Ладно, ладно, его по-любому поломаю здесь. Потом займусь этим. Надо заканчивать обзор, и то уже полчаса, как обзор идет. Ну, потому что корабль, ребята, очень большой. Дальше. Что у нас тут идет дальше? У нас уже еще куда-то выход. Еще куда-то выход. Да, вот здесь вот у нас находится. А, это вот эти двери, понятно. А, вот откуда находится, вот где находятся кнопки, открывающие эти. Так, это освещение. Что это за? Ротор, фригейт, докинг. Что за? Ротор для докинга. Притом я на это нажал, и корабль как-то вот странно так дернулся. Удивительно. Что это за место? Нет, реально, что это за место? Второе место для подобных транспортников. Это мы поняли. А это ведет к тем самым ангарам, где я матерился, что они не открываются. Да. Все становится на свои места. Да, все верно. Все, мы разобрались, что где находится. Это уже хорошо. Притом это требует немалого времени, как вы поняли. Так, дальше, куда мы можем проследовать? Здесь. Что здесь есть интересного? А, мне нужен Cargo Bay. Cargo Bay находится здесь. То есть мы, в принципе, не были только в грузовом отсеке. А грузовой отсек, в него мы можем попасть через космос. Космос. И... Блин, забыл отключить метеоритный дождь. Сейчас мы здесь подымемся, и здесь все будет ясно. Вот у нас грузовой груз, который мы, типа, условный груз, который он здесь есть. И мы можем его носить по себе. То есть доступно нести три такого размера груза, в зависимости от того, что внутри. Внутри находится грузовой контейнер, думаю, это очевидно. И подобный груз можно сбрасывать. И здесь находится панелька, где можно этим всем заправлять. Вроде бы все, дорогие друзья. Можете выдохнуть спокойно, что... здесь еще кислородные фермочки снизу. Круто. Но в целом вроде бы все, потому что больше... Чего-то нового здесь в данном корабле уже не будет. А в носовой части практически ничего нет. Насколько я могу судить. И попасть в него я пытался, но не смог. Но это не факт, что это невозможно. Скорее всего, там что-то есть. Скорее всего, какие-то двигатели есть внутри. Останавливающие, там, маневровые или еще какие-то. И вот такой вот у нас получился Томум. Но надо честно подытожить данный выпуск и сказать, что
автору спасибо, все-таки. Как бы я подобных проектов не видел на ваниле, подобного масштаба я реально не видел. И это того стоило делать такой большой корабль. Хоть и в нем, как бы, невозможно, наверное, все учесть. Учесть все тонкости, все аспекты и сделать его идеальным. По этой самой причине большой ему лайк, господин ЖП. Так что стройте дальше ваш флот, расширяйте его. Я буду заимствовать некоторые идеи или вдохновляться, скорее всего, идеями, которые есть в проектах для своего собственного флота. Ну что ж, с вами был Лурлемур. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч, дорогие друзья. Пойду-ка я работать над сериалом. Всем пока-пока.